29 июля завершилась регистрация потенциальных участников молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». Я напомню, что будет отобрано 450 участников из всех субъектов Российской Федерации. По факту зарегистрировано 1270 человек, то есть конкурс практически 3 человека на место. Зарегистрировались участники из всех 85 субъектов Российской Федерации, при этом с Камчатки зарегистрировано более 200 человек. Квота Камчатского края в общем количестве участников 90 человек. Таким образом, на Камчатке конкурс составляет более 2 человек на место.